Наконец, Сергей Анатольевич, приездом. Здравствуйте. Как он жил вижу? Нормально? Все. Сами вот это врач. Владыка ждал жил какой-то турнир, был шахматный, сепархия, сепархия, шахматный турнир провели такой потрясающий. Вот что нас поразило, они пришли все ребята, да, из семинария. Вот такого роста. Все в этой одежде. Ну, красавцы, просто, да, красавцы. Колоритный турнир. И наши студентики, там кто в чем там одет на этом. Наши посильнее, но мы выиграли, но мы решили, что дружба выиграла, победила. Мы всем призы вручили, но выиграла наша. И решили, что это будет такой у нас постоянный турнир с епархией. Мы будем проводить памятным датам. Победных выходной, не выходной. Ребенок.